Всем привет, мы продолжаем играть ТЛД. Сейчас мы с вами едем в сторону Минастирита. Ищем с вами отряды большие, для того, чтобы разбить их по возможности и получить пленных. Нам, напомню, нужно 13 пленных освободить, для того, чтобы... Вот-вот-вот, я вижу, тут на наших напали, поэтому пойду им на помощь. Не то чтобы помощь им особо нужна была, они бы справились, но все-таки. Сами понимаете. А вот тут уже помощь действительно нужна. Спасибо, пожалуйста. Забираем высококачественный. Все остальное мы пока оставляем. И тут у нас 95 бегает. Орк, 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 орк. Все орки. Давайте-ка мы сохранимся с вами. Пу-пу-пум. И-и-и. И давайте присоединимся. Атаковать врага. Изначально этого делать не очень хотел, но 95 это достаточно большое войско. То есть нас могут победить, но все-таки шансы у нас есть. А если мы убьем этого Тришу, Гришу, в общем, орка, то это сильно ослабит наших противников. Сами понимаете, это хорошо. Так, минус 2, минус 3, хорошо, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Есть. Есть. Так, пока есть двое, я запутался в своих союзниках. Есть. Есть. Я его не убил, я его зацепил, но это достаточно серьезно. Это сбило ему планы, так сказать. Так, хорошо. Давайте-ка мы слезем. Ой-ой-ой. Так. Так. Так, хорошо. Да уйди ж ты. Хорошо. Ай. Оглушили нашу лучницу. Хорошо. Так, тут пока неплохо все. Давайте все в атаку, ребята, все в атаку. Да прекратите вы все вместе одного месить. Так, хорошо вроде все. Ну, тех собак они уже сами добьют, я за ними бегать не буду. Я побегу к своей лошадке. Очень напряженный бой на самом деле. Я сейчас потерял достаточно большое количество ребят. Но лучше так, чем отпустить 90 этих ребят, гулять по городу. По городам, я бы даже сказал. Нашей родины. Слишком большая разница. Опять же, они могут растоптать один из городов, что само по себе плохо. У нас и так уже минус два города, по сути. Сами понимаете, чем больше городов мы теряем, тем слабее становимся. Чем слабее мы становимся, тем быстрее растут силы наших
противников. Я весь в крови такой, на пафосе. А, у меня один раненый, два раненых. Хорошо. Давайте тут так сделаем. Ну, сумел сбежать, как бы неудивительно на самом деле. Я не думал, что мы его победим, и он умрет. У меня почему-то такое чувство, что я в принципе ни одного из этих ребят убить не смогу. Хорошо. С этим все. Стала сильнее, теперь она ослаблена. А, держава Гондор, как ты меня печалишь, ты не представляешь? Ну ладно. Так, хорошо. Хорошо. Плюс 40. Хорошо. У меня 39. Давайте. Нет, я зря это сделал, ну ладно уже. Поздняк метаться, как говорится. Тысячи 6000 как раз на шапку насобирал. Печально, правда? Так, кто у нас там еще? Ахахахахахо, как же все печально, ребята. Стоп. Орк. А, это орки, все. Хорошо, орков мы победим. Главное, чтобы там не было наших любимых ребят, которые просто появляются в середине нашего отряда и двумя ударами выкашивают большую часть. У нас очень защищенная лошадь, но при этом она такая медленная. Это так и удобно, и неудобно одновременно, знаете. Когда ты хочешь и быстро доехать, но при этом у тебя не получается, потому что просто не успеваешь никуда. Вот опять застрельщика забили, потому что был один против толпы. Сейчас мы немножко толпу проредили. Но опять же, прибыли новые враги. Ура! Больше врагов для славных воинов. Я кого-то зацепил, судя по звуку. Да, я определяю, потому побил я кого-то или нет, именно по звуку. То есть, если по звуку я услышал, что я кого-то зацепил, то все хорошо. Вот у нас один только. Опять же копейщик. Давайте рыцаря мы наймем. А, что у нас еще? Лучник. Возьмем. Мечник, ветеран, копейщик. Давайте возьмем вот этих троих. Ну и давайте уже возьмем копейщика. При всем нежелании, нехотении их брать, но выбора особо нет. Давайте этот возьмем. Самый фиговый металл мы брать не будем. Он занимает место, да, но толку с него маловато. Так, у нас готовы к повышениям. Хорошо. 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 Очень хорошо. Еще лучше. Прекрасно. Мы становимся по чуть-чуть сильнее. Да, это не так быстро, как хотелось бы, но все же достаточно быстро. Это мы сдадим.
У них все равно 14 тысяч очков снабжения, а нам они понадобятся. Гондор стала слабее, теперь она слаба. Плохо. А опять же, нам нужно найти противника, желательно посильнее. И чтобы у них были... Секунду. Простите, не то. Освободите 13... Освобождено пленников. 6. У вас... Да. Еще есть. Нужны еще пленные, которые есть. Ой-ё. Кто у нас тут? Орк с нога 48. Ну, в принципе, есть очень хорошие шансы. Давайте попытаемся. Главное, чтобы нам сейчас кто-то не помешал. Вот, мы в половину по количеству проигрываем им в половину. Но при этом у них половина это орк с нога. Орк с нога это самый низший уровень для орков, который есть. То есть, как у нас молодой воин. Сами понимаете, молодой воин это такое не самый сильный персонаж. Это начало-начал, так сказать. Но с молодого воина вырастает самый лучший всадник. Поэтому... Тут вопрос только в том, успеет ли он вырасти или нет. Вот и все. Так, я из-за своих же не могу ударить. То есть, такая проблемка есть. Действительно есть. Это когда ты из-за своих не можешь ударить, они подлезают просто под удары. У тебя получается так скомканно, знаете. Когда ты вроде удар нанес, но никуда не попал. Минус один, минус два. Так, давайте-ка слезем с лошади. Потому что это будет долго ловиться. Так, я не вижу, кого я бью. У меня просто мои же перекрыли мне обзор. Все. Ну, четверых я смог убить. Само собой, это неплохо. Еще 23. Давайте в атаку. Добьем их, и, ребята, можно отдыхать пока. До следующей толпы, так сказать. Орк с нога, орк с нога, орк с нога. Ну, тут особо-то и воевать-то не с кем. Скорее, такое пособие для начинающих. Как ударить и убить все. Они умирают практически с одного удара. Очень, очень редко, когда с двух. Хорошо. Качественный металл мы забираем. Он нам понадобится. Мы его сдадим, получим за это денежку. Так, у нас кто-то готов к повышению. Давайте-ка мы с вами сохранимся. Повысим. Всадник. Готово. Да где вы все сражаетесь? Вы мне можете объяснить? Почему я вас не вижу? Кузница наместника. Кузница наместника мы все это сдадим, потому что... Опять же повторюсь, у них 10 тысяч очков снабжения. Им они не нужны, а нам пригодятся. 41-30, но у меня 39... 30. Ну, такое, знаете, менять ради двух, по сути. 30. Ну, опять же. Ради двух менять не имеет смысла. Так.
Давайте-ка мы с вами съездим по Ларгир. Сохранимся, во-первых. Блин, держава Рохан стала слабее. Рохан слабее, это плохо. Давайте мы к вам, с вами, знаете, куда съездим? К Вестфольду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет, ребятки, слишком много. Сотня, сотня, сотня. Сотня, еще сотня. Там 123, еще 123. Но эти не сбегут. Давайте-ка попробуем помочь. Давайте так. Хотел сначала проклацать, но это будет не так уж и легко. И еще я очень надеюсь, что у них нет этих тварей огромных, которые они меня очень сильно бесят. Я не знаю почему, но они появляются в самый неподходящий момент, просто в самый неудобный момент, который можно. Серьезно? Ты врезался в мою лошадь? Все, наконец-то этого придурка я убил, а собаку они добьют позже. Как они хрюкают. Забавно. Моего тут убили. Прибыли новые враги. А нет, есть эта тварь огромная. Просто есть одна огромная тварь, понимаете? Тролль. Есть один тролль, который убьет всех к чертовой бабушке, потому что его никто не остановит. Как я ненавижу троллей. Причем, когда я играл, мой тролль постоянно умирал с 2-3 ударов противника. Мой противник просто ударил, и тролль умирает. Все. Сейчас тролль. Да вы издеваетесь, гребаные волки. Не дают пройти просто. И еще враги прибыли. Ну да, мне ж так. Вот, все, тролля убили. Да он же ж мертвый, че ты пугаешься? Пьяный, что ли? Дурацкие волки, боже, как вы меня бесите, все. Надоели вы мне все. Умный, да? Ой, так, простите, извините. Так, где еще? Вот ты. Вот ты. Все, все в атаку, хлопцы. Еще чуть-чуть, и мы победим. Я верю в это. Фу, как я под это. Че? Не ругайся матом. Ты животное. На тебе, по макушечке. Yeah.
Да. Мы это сделали, ребята. Остался волк. Забейте этого волка и все. Так, твою мать. Ненавижу волков этих. Они настолько бесполезные, просто бегают по полю и ударяются об тебя. Они не наносят урон, но они бегают и ударяются. Наконец-то. Ненавижу волков. Эти вот твари варги, блин. Бегает и все, бегает и все, бегает. Иди сюда. Мы как придурки вот это вот бегаем, блин. Серьезно, боже, варгом оглушило. Иди сюда, зараза. Вот, наконец-то. И остался еще один, насколько я помню. Ненавижу вот этот самое тупое, это варгов добивать. Зачем, блин? Еще я кучу народу потерял. У меня в живых осталось просто пара солдат. Горстка маленькая. Из 49 отборных воинов у меня осталось там 4 калеки. За что я ненавижу эту игру, это за то, что я убиваю просто кучу времени на прокачку персонажа, а потом нарываюсь на какую-то толпу, и все, эта толпа меня разносит к чертовой бабушке. Все. Наконец-то. Как вы меня зовут? 8. Четверо убито, четверо ранено. 19 союзников и 78. Атаковать противника, да, конечно, атаковать противника. Что вы ожидали? Всем атаковать противника. Я очень надеюсь, что больше этих огромных тварей у них нет. Потому что эти огромные твари меня очень дико бесят. И очень надеюсь, что здесь меньше волков, потому что их опять же ловить придется после драки. Нет, их там достаточно много. Блин. Ай, как я их ненавижу. Проблема не в самих волках, проблема в том, что их ловить приходится после драки. Давайте-ка мы возьмем меч. И... Да, я тебя постригу. Нет, я тебя сейчас... Ай, ну тебя нафиг. Там моих убивают. Ну-ка, спешивайся. Не сметь. Не сметь поднимать лапы на моих воинов. Понятно. Твари, вы убили моего воина. Ай, вы меня убили. Нормально. Спасибо, что помогли. Иди ты знаешь куда со своим спасибо. Я на тебя столько воинов просадил, чтоб тебя не убили, козлы вы. Ненавижу вас, уроды. Ай. Сколько у меня? 28 из 40. Вы перешли на 18 уровень. Прикольно. Так, харизмы тебе накинем. Первая помощь. Что у нас хирургия дает? Каждый новый уровень этого навыка, каждый член отряда получит 4. А вот это неплохо, я хирургию возьму. Хирургия очень даже неплохо.
Отряд. Повышаем, повышаем, повышаем. Хорошо. Ну, окей. Опытные всадники. Хорошо. Дойдем-ка мы сюда. И немножко подождем с вами. Ох ты ж, тут бегает, конечно, толпа. Держава Рохан стала слабее. Кошмар какой-то, ребята. Вы это видите? Харадские застрельщики. Чё харадские застрельщики с вами-то делают? Что с вами не так? Хорошо, что там по заданию? Нам надо еще 7 пленных освободить. Но я что-то их не вижу тут. Давайте мы с вами, наверное, поедем в сторону Рохана. Но сделаем это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Пока.